Часовня в деревне Коняшино построена в 2003-2004 годах. Освящена в честь Казанской иконы Божьей Матери. 9 июня здесь служили благодарственный молебен по случаю 19-летия со дня начала строительства часовни. Из Успенского храма села Гжель приехал отец Иоанн. Собрались местные жители. Если души мои я болит, молите Бога на святитель очень холое си святи. Сердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником на душах наших. С давних пор все храмовые строения, храмы, часовни, поклонные кресты по русской земле, они одним своим присутствием освещают эту территорию. Крест, расположенный сверху на куполе, это знамение победы над силами зла. Часовня появилась в Коняшино благодаря инициативе местных жителей. К старости Маргарите Ивановне пришел с этой идеей друг. А она, в свою очередь, начала искать благодетелей и общаться с администрацией. Хорошую идею одобрили, и началось строительство. Кирпич привезли мы в 2002 году. Привезли, а в 2003 году начали строительство. И опять нашла спонсоров. С меру по нитке часовня стоит. Вот. Это небольшая по размеру миниатюрная часовенка. Она тоже собирает людей. Здесь мы в летнее теплое время примерно раз в месяц встречаемся. Для чего? Конечно, для молитвы. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святитель Очениковая, моли Бога нас. Святитель Очениковая, моли Бога нас. Молились в этот день и о священнослужителях, и о благоустроителях часовни. Рабах Божьих Маргарите, Петре, Сергии, Владимире, Галине, Василии, Геннадии, Георгии и всех, кто строил и помогал. И все, кто приходят в эту часовню, вот, и большие, и, ну, и взрослые, и молодые, и старые, и мал, всем нам это место теплое, уютное. Господь нам помогает, Матерь Божия нам помогает. Хранить землю русскую, да, святые наши об этом не уставали повторять. Матерь Божия хранит землю русскую, пока мы, русские люди, стараемся хранить верность Богу. Ольга Скрябина, Андрей Пластунов, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».